Сейчас будет интересная процедура. Сейчас он, по идее, должен поднять вверх переднюю часть. Сам трактор будет выезжать из машины вместе с поднятой передней частью. Поставит об перед вниз, потом перехватит за зад, уедет от этой машины, и трактор, по идее, должен опуститься. Нагрузили они его так. Сейчас посмотрим, что получится. Ездит что-то. Грузили его 3 часа. Сейчас дождь летит по ходу машины. Трактор весит 10 тонн. Грузоподъемность машины, ДАФ, по-моему, 5 тонн. По паспорту. У него по перегрузу было на задней оси только 12 тонн, когда он сам по паспорту должен весить 12 в общем. А у него только на задней оси было 12, плюс на передней. Все, сейчас аккуратно опускать будем. Сейчас его опустим, поставим, потом зад поднимем. Либо он сам поедет, либо машина уедет из-под него. Под колеса, говорит, зачем засунуть? Да, да. Зачем? Там сейчас жопу поднимем. Давай наверх. А, колеса! Под колеса. Еще наверх, еще наверх. Поднимай. В другую сторону. Уже нормально здесь, нормально. Бери тогда этот камень, он не поедет. Надо убрать тогда. Камень убрать надо. А, потом. Хоп. Знакомься.
себя назад сдам. Ну заглох. Он так, наверное, сможет. Там солярка ушла, походу. Он так, ну он не так. Ковшик. Так ты сам можешь его снять. А ты фотоном ковш можешь забрать, что это отпустить можно? Да, можно и фотоном забрать. Ладно, все.